Як змінювався його емоційний стан після Майдану? І в якому становищі цей стан зараз? І що він собою робить? Особливо, коли здається, що все навколо зрада. Дякую. Для мене було шоком, жахливим. Весь світ мій перевернувся. В час Майдану. Я видел, как укладывают убитых возле Макдональдса, и вряд ли я когда-нибудь в этот Макдональдс зайду. Вот. Я видел, как меня в машине, в моей машине с разорванными ногами ехали люди и волновались, что заляпают кровью салон. Мне повезло, я прописан был за кордоном милицейским, я мог въехать автомобилем туда, и это дало мне возможность немножко покататься и чуть-чуть, вот настолько быть причастным к революции достоинства. Вот, но это настолько меня, в какой-то момент, я помню, мы разговаривали в кафе, работали в кафе. Помнишь, ты это все или нет? Да. Приезжал, конечно. И мы говорили с моим партнером Лешей о том, что хотим мы этого или нет, стало очень явным, что жить для себя, только для себя, во внутренней эмиграции больше невозможно и никогда не будет. Это был и подъем, и огромный шок, удар. То, что сейчас кажется все зрадой, во-первых, надо на кураже и весело. Бороться с... Не погружайтесь, научитесь не погружаться в уныние. Тот, кто ненавидит, тот, кто в слезах и в соплях, тот уже побежден. Всегда с улыбкой. Мы просто обязаны держаться друг за дружку, улыбаться и работать, идти в своем направлении, жить в своей стране, помогать этой стране, друг другу. Это нормально, никаких проблем. Я не свят. Мне есть за что стыдиться. Но поймите, если вам кажется, что все зрада, скажите об этом своим друзьям. Пойдите, сделайте что-то, не сидите сидя, не сидите на диване. Участвуйте, если вы медийный человек, донесите информацию до тех людей, которые вам верят, если вы уверены в ней, если вы готовы за ней идти. Вот. И не переживайте, зрада, не зрада, назад пути уже нет.